Всем привет! Единороги – сказочные существа, которые очень популярны среди детей и взрослых. Ведь в любом возрасте хочется верить в чудо и исполнение желаний. И сегодня мы с вами будем вязать вот такое пасхальное яйцо единорожку. Также я связала вот эту пасхальную корзину. Мастер-класс будет на моем канале, ссылочку я оставлю в описании. Давайте начинать! Желаю приятного вязания. Вяжем тельце в форме яйца. Для этого я буду использовать плюшевую пряжу Аделия Мими и крючок номер 5,5. Так как у нас плюшевая пряжа, давайте вместо кольца амигуруми сделаем 2 воздушные петельки. Я сделала перекрут, затянула узелочек. Раз, два. Провязала 2 воздушные петли. Теперь в первую воздушную петлю мы вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре. 5 и 6. Так, теперь вяжем второй ряд, делаем прибавки. Каждую петельку нам нужно провязать по 2 столбика без накида. И чтобы здесь не сделать ошибку, давайте посмотрим. Значит, это вот косичка первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот сюда провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Так, теперь можно поставить маркер. Итак, третий ряд мы вяжем столбик в столбик, 12 столбиков без накида. Здесь все просто. Просто провязываем 12 столбиков. Давайте сами довяжем. Вяжем четвертый ряд по схеме. Столбик без накида. Прибавка. И так повторяем 6 раз и получаем 18 столбиков без накида в конце ряда. Пятый ряд вяжем по схеме. 2 столбика без накида, прибавка. В конце ряда мы получаем 24 столбика без накида. Шестой ряд вяжем столбик в столбик, 24 столбика без накида. Вяжем седьмой ряд по схеме, 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем так также 6 раз и получаем 30 столбиков без накида в конце ряда. Давайте провяжем самостоятельно. Вяжем восьмой ряд, столбик в столбик, получаем 30 столбиков без накида. Девятый ряд вяжем 4 столбика без накида. 3, 4. Прибавка. Повторяем 6 раз
и получаем 36 столбиков без накида. Провязали 9 ряд и теперь будем вязать столбик в столбик, то есть 10 ряд, 11, 12 и 13. Это получается 4 ряда. Столбик в столбик, по 36 столбиков без накида. Давайте сами провяжем. Вяжем 14 ряд, делаем убавки. Я уже начала вязание этого ряда. Мы вяжем по схеме 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Далее делаем незаметную убавку. Захватываем передние стеночки двух петелек, провязываем и провязываем 2 петли вместе. И дальше повторяем. Все то же самое по схеме. У нас получается 30 столбиков без накида в конце ряда. Вяжем 15 ряд по схеме 3 столбика без накида. Убавка. И получаем 24 столбика без накида в конце ряда. Вяжем 16 ряд по схеме 2 столбика без накида и убавка. В конце ряда получаем 18 столбиков без накида. В 17 ряду делаем одни убавки. Убавка. Следующая. Убавка. И дальше так продолжаем. У нас осталось небольшое отверстие. Давайте наполним наполнителем. Это может быть синтепон или холофайбер. Набили и закрываем вязание. Я делаю вот такие убавки. Захватываю 3 петельки за передние стеночки. Провязываю и 2 петельки. Вместе провязываю. Вот так я закрыла вязание. Все очень аккуратно. И вот такое огромное яйцо у нас получилось. Вяжем ушки. Делаем перекрут. Затягиваем узелочек. Провязываем 2 воздушные петельки. В первую вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь провязываем 3 прибавки подряд. Раз, два, три, четыре. 5, 6, набираем одну воздушную петельку и еще 3 прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где была у нас воздушная петля? Это уголочек ушка. Все, теперь делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку
Вытягиваем. Эту ниточку спрячем. Вот такое ушко у нас получилось. Вяжем рог. Я буду вязать нитками вот такого телесного цвета в две ниточки. Крючок взяла номер 3. Так, делаем кольцо амигуруми, закрепляющая петелька, 4 столбика без накида в кольцо провязываем. Раз, два, три, 4. Затягиваем. Вяжем второй ряд. Столбик без накида, прибавка. Так, столбик без накида, прибавка, до 3 провязали, столбик без накида, прибавка, 1, 2, это еще 3. 6 петелек у нас во втором ряду. Теперь вяжем третий ряд, столбик в столбик, 6 петелек также у нас, 6 столбиков. Провязали, вывернули. Теперь вяжем четвертый ряд, 2 столбика без накида. Раз, 2, прибавка, 4 мы провязали, 1, 2 и прибавка. Это 8 столбиков у нас в этом ряду. Можем поставить маркер. Следующий ряд, 5-й. Столбик в столбик, 8 столбиков. Вяжем 6-й ряд, 3 столбика без накида, 2, 3, прибавка. Это 5, 1, 2 3 и прибавка. Это 10. Седьмой ряд, столбик, столбик, 10 столбиков. Восьмой ряд, 4 столбика без накида. Четыре, прибавка. Это 6, 1, 2, 3, 4 и прибавочка.
Это 12. 9, 10 и 11 ряд вяжем столбик в столбик, 12 столбиков без накида. Давайте довяжем. Вот такой рог у меня получился. Я набила его холофайбером совсем чуть-чуть, потому что он и так плотный. Вяжем цветочек, делаем кольцо амигуруми. Закрепляющую петельку провязываем, она считается за первую воздушную. Еще две воздушные провязываем, делаем столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом. Два столбика с одним накидом провязали, три воздушные петельки и соединительный столбик делаем. Колечко можно немного подтянуть. Теперь все повторяется, то есть 3 воздушные петельки, 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петельки и соединительный столбик. У меня цветочки будут с 3 лепестками. Еще один лепесток я провязываю. Вы можете сделать 4 лепестка, можете 5, как захотите. Вяжу я из обычного акрила дешевого крючком номер 3. Тонируем ушки сухой пастелью или тенями. У меня тени. Итак, все наши детали готовы. Я отметила, где будут располагаться ушки. От макушки отсчитала 2 ряда и на третьем ряду их расположила. Раз, два, три. Вот здесь, ближе к затылку. Рог у нас, естественно, вот здесь будет располагаться. Давайте пришьем сначала эти детали, потом будем пришивать цветочки. Или же также цветочки можно приклеить горячим клеем. Вот что у меня получилось. Цветочки я приклеивала горячим клеем. Также приклеила серединки. Это вот такие полубусины розовые. И вот такая цветочная композиция получилась. Теперь осталось вышить глазки. Маркером я пометила серединку. Буду отступать от серединки и вышивать глазки треугольничком. Вот такой единорожка у меня получился. В высоту 21 сантиметр вместе с рогом. Если вам понравился данный мастер-класс, обязательно поставьте лайк. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!